Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы поиграем Back 4 Blood 4 по подписке Xbox Game Pass. Попробуем найти онлайн игроков. И продолжим проходить. Там первый акт я еще даже не прошел. В общем, если получится поиграть, поиграем. Посмотрим, как с онлайном. Что-то рейтинг у игры очень низкий. А я толком с ней не ознакомился. В общем, всем приятного просмотра. Так, продолжаем играть Back 4 Blood. Так, армия гейминг и... бездействуют. Ну, видимо, все отходят на перерыв после каток. Ну, кстати, вот сюда кое-какие обвесы не помешали бы. Сейчас посмотрим, может, пулемет дадут? Или не дадут? Так, убить босса кто-то выбрал. Так, пацаны, жмем для всех. Так, у меня что-то вообще все кончилось. Пустолку можно взять. Так, сюда мне что возьму? Эти инструменты возьму на всякий случай, чтобы было. Так. Let's go. Это что такое? Контроль при отдаче, скорость передвижения. Отлично. Тили проникновения. Давайте хоть немножко апгрейдим. Это, кстати, вот уровень я помню. Он, по-моему, в бетке у меня был. Какие звуки, блин? Ой, босс. Босса мы убили, это из хорошего. Yes, that's mine.
проблем. Блин, сзади кто-то спрыгнул, что ли? Кто наш разбился где-то? Ой, да. Так, спасите бота, блин, что-то наш. На, опять живые люди уходят. Не... Убить всех перекошенных одержимых каких-то, блин. Thanks. Так, бота у нас связали, блин. Чё так мало я восстанавливаю? Мазафака, блин. Вай! Да, блин, откуда ты вот взялся, блин? Мы все ушли, блин. Ну, он меня сейчас съест, блин. Ну, так нечестно, блин. Вот тоже идешь, раз какой-нибудь хрен, блин, напрыгнет, блин. И капец, блин. Жизни нет, ничего нет, блин, сейчас еще убьют, блин. Да, блин. Чё мне так вид? Мне, честно сказать, так повезло, блин. Да, блин, сейчас меня опять свалят, блин. Так, хорошо, что кто-то тоже такой динамитик зацепил. Блин, у меня патронов нет. Это плохо. Низкий уровень здоровья. Так. Не надо. Hey, так, ну тут небольшой уровень был. Ну блин, вот тоже идешь, вот одному вообще оставаться нельзя. Ну все, тебя кто-нибудь выскакивает и трындец. 8 реанимировано. Нифига я тут. Я как в Uncharted, почетный медик здесь. Тихонечко приближаемся к окончанию второй части второго акта, получается. Третий акт у нас длинный. План Б, блин. Так, обеспечить сохранение тайника с оружием и отправьте его обратно
кто-нибудь по-любому, наверное, то возьмет, я уверен. Так, что у нас, в принципе? Видимо, чел вылетал, опять к нам присоединился. Штарми Гейминг. Так, что, ребята, вы пока курите, да? Ну ладно, что, курите, что поделать. Кстати, нет где-нибудь аптечки в этом? А вот. Keep together if you want to survive. Holly, you're losing a lot of blood. Mine now. I would not want the job of restocking these places. Ну вот это, блин, самое путевое, наверное. Так, динамит у меня остался. Так, я аптечку возьму, даже, я думаю, две надо взять. Все, и денег у меня больше нет. We just need to think of this as a game show, but instead of a timer, there's things trying to kill us. Reminds me of a whale I saw on the beach. Guts were everywhere too. Michael. Over two, this is Screaming Eagle. We're inbound on the intact cargo. Hook it up and we'll do the rest. Беритесь до конца. Да блин, кто там? Да блин! Триндец, блин. Камикадзе какой-то залетел. I'd never leave a friend. Well, not yet. Thanks. Короче, три контейнера тут получается нам на вертолет отправить. Hold me. Hey, we survived. Ну, что там? А, сейчас он должен назад подлететь. Give me a minute. Patching myself up. Давай опять.
Хойдер! Это вообще плохо. Да капец, блин. Пошел вон, блин. Ну... Это мы тут приедем так. Ну что ты меня колотишь, я уж мертвый. Это походу мы приехали. Ой, блин. Он еще не дает подняться, блин. Провалили. О, попыток-то что, вообще не осталось. На. Что-то тут серьезно все. И денег не осталось. Потом, если не получится, что, все снова что ли начинать? Я уж не помню. Я, по-моему, поиграл, пофейлился. И это. Ну, если так все снова, то, наверное, знаю даже, стоит оно того. Так, ладно, с нами тут все ведь. Так, кроме тебя, да? Ты, видимо, разочаровался таким исходом. Ну, я тоже огорчился, обидно, блин. Два таких злоба вышли, нам нечем, мне тупо нечем было их гасить. Этой лечилки сейчас нету, что-то здесь. Ладно, нам остается только ждать. С этим-то я больше всего тут в этот втором акте играл. Мукха. Или муха. А, жалко, если вылетит. А, ну все. Бабки вернули. Так-ка я даже вот это возьму. Hey, could be worse. At least it didn't sink. Polly, you sure know how to handle that weapon. Screaming Eagle, we're inbound on your position. Find the intact cargo, hook it up, and we'll do the rest. Fill it up.
Че у меня все меня-то бьют, блин? What are you doing? Sightseeing? Get that crate. Пес меня откосили. Блин, я птичек не взял. Меня уже убьют, блин. Ну, короче, тут, похоже, мы приехали, блин. Reloading. Take it easy, Connor. Okay, thanks. I'm good. Don't want to trip over my own feet, or worse, yours. Cleaners, we're on our way back. Инструменты тут явно не нужны. Да блин, да кто там? Немножко осталось-то. Теперь надо как-то дойти до туда, получается. Evangelo, you should fix yourself up. Давай, уже опять орда, что ли? Down.
on our side. You'll be okay. Over here. Thanks. Пацаны, я сделал все, что мог. Единственное, что аптечек я не взял. Yeah, I'm good. Да, блин! Народ, ну что за фигня, блин? О! Мы справились. Просто когда знаешь, какие уровни тебя ожидают, ну как бы это гораздо легче. Отмычки, вот, например, здесь вообще не нужны. Я зачем-то их изначально брал. Ну как, я не знал, потому что. Спуск в канализацию. Пройти карту план Б. Все-таки мы справились. Не, вот эти бомбочки самые, этот топчик. Приманивать-то. Сказать. Отчасти-то мы тут и выжили, блин. Читайте, я кинул, они все на бомбу побежали и. Ну, пацанам время дало, они хоть не все подохли. Так. 7-1, предвестники червей. Смотрим. 25 эффективности исцеления, когда вы используете медикаменты на союзников и дополнительно. Так, что у нас все по крайней мере на месте остались. Единственное, что масочки, тоже коронавирус, баранавирус. Чем все покажет. Кто у нас еще? Муха. Муха. Видимо, уже выгоняют его из-за приставки или компьютера, на чем он там играет. Так, кстати, здесь есть у нас пополнялка жизни-то. Денег у меня нет, да? Sir? 6 months ago, while on patrol, Рен discovered a survivor of the wilds, brought him in. Так, 30 скорости передвижения в режиме стрельбы от плеча. Давайте возьмем эту. Два динамита я возьму. Две щелки. Все, я остаюсь, я возьму. He believes he's made a breakthrough. He's up at the old Finley estate. I'm sorry, this had to be classified. I didn't want to send a false message of hope. I also didn't want him killed in a scramble to get the formula if other settlements found out. Smithy will briefly be charged.
I can't tell you how important this is. This man would be our best token when he swore to wipe out the rim. What I don't get is my friend didn't tell me. I will take that as a win for the good guy. Hey! Блин. Да блин, ну! А, он сгорел. Да, денег что-то реально не хватает тут уже. Вроде тихо все. Hey, you're in big trouble once I get the bullets back in this gun. Бабки. Нифига, блин. Капец, блин, ну вот везет мне. Везет мне на. Так, блин, ну! Трындец, блин, ребята, хоть прикрывайте маленько. Oh, yeah. Check in the car. Hey, fuck up here, if anyone gives a shit. Калаш, кстати, помощнее будет, блин, еще тут не уносило бы прицел как. Надеюсь, тут лечилка-то будет какая-нибудь. Да, здесь маленькая миссия у нас была. Нормально сыграли. Единственное, жизни ни у кого нет. Так, разблокирована стартовая точка, предвестники. Можно теперь отсюда начинать. Ну, хотелось бы, конечно,
второй акт уже добить. Полноценно, так сказать. Учитывая, какие уровни подкидывают вот с этими ящиками, там вообще все легли. Ну да, тут как бы изначально парнишка-то с нами играл, он вот сразу столько карт помет. Плохо. Так, ладно, патроны вроде есть. Смотри, где-то тут, может, и птичка на стене валяется. Есть аптечка где-нибудь? Бы, блин, подлечился с большим удовольствием. Ну, видимо, не сегодня, блин. Dr. Rogers is our best hope for finally defeating the Ridden. Meet up with Smithy at the church. He will direct you to Rogers. Hope One out. Одну граффити-то можно, да? Да, что у меня штука есть? Передвижение. Меня, наверное, особо-то и не спасет. Эти вот штуки меня выручают. Ну, в общем-то, наверное, и все. Are you sure I'm good? What am I saying? I'm great. Побаще. Писали бы, что на что меняешь, я ж. Your eyes shouldn't be twinkling when there's that much blood on you. Here. I'm out. Anyone down? Take your fire. Well, look before you move. Gotta hurt. Это я промазал маленько. Sure know how to handle that weapon. Так, кто меня куцает? Reloading. Had worse days. If I'm lucky, it'll leave a scar. Зомбаки, блин. Ой, еще босс. Да, блин, так больно и заходит еще. А, откуда вот ты взялся? Ой, какие-то нехорошие звуки. We need you upright. Thanks. Ой, блин. Куда это? Давай, тут нельзя за эти пределы, что ли, выходить за границу. Don't think I'm impressed, you're still alive.
or shocked. Убедите разрушителей, готово, доберитесь до безопасной комнаты. Надо теперь только добраться. Вальнули нашего-то. Блин, чуть-чуть не хватило буквально. Попыток не осталось. Так, муха вышел из игры. Ладно, в общем, такая вот серия неудачная. Посмотрим, если можно не сначала начинать, то я еще поиграю в эту игру. Если нет, то на этом, наверное, я с ней закончу просто. С рандомами не так весело играть. Если у вас есть с кем поиграть, то по подписке эта игрушка вполне себе нормально. Оценки у нее средние. Примерно 2,8, 3, по-моему, или 2,8, что-то такое из 5. Но, тем не менее, в принципе, компания, любая игра, даже если не очень веселее мне, так как по мне. В общем, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Также буду благодарен подписке на Рутуб, Яндекс.Дзен и ВССД. И на этом все. До следующих видео. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум.